Всем привет! Сегодня мы в Патриоте. С погодой, как всегда, нам не везет. Видимо, мы рождены для дождливой погоды. Сегодня следующее видео. Сегодня будем стрелять МА-136-03 и Сайга МК-03-762 на 100 метров. Две мишени. Левая мишень стреляем Сайга МК, правая мишень стреляем МА-136-03. Вот наши подопечные. Будем проверять на кучу, на 100 метров, какой ствол бьет лучше. Просто очень много было разговоров о том, что короткий ствол не может дать такую кучу, какую может дать классический ствол 415 автомата Калашникова. Ну, поскольку это не совсем автомат Калашникова, то с немного другим твистом, ну, в подробности вдаваться не будем. Все и так у нас уже эксперты, все знают. Первое, стреляем 7 патронов Сайга МК-03. Второй вариант. Стреляем МА-136-03, правая мишень. Теперь идем проверять наш результат. Небольшая пробежка под дождем. Проверка стабилизации камеры. Итак, помним, правая мишень МА-136-03. Дистанция 100 метров, левая мишень Сайга МК-03. Мы настоящие трушные стрелки. Мы не любим теплые галереи. Стреляем так, как придется. Итак, куча 100 метров. МА-136-03. Вот палец. Особо не целился, стрелял более-менее темпом. Так, теперь Сайга. Сайга МК-03. Сейчас, секунду. Ну, вот вам и результат. Более-менее не целясь в темпе. Получается, сравниваем, да, еще раз. Сайга МК-03. МА-136-03. Один отрыв, остальная группа 5 сантиметров. Всем хороших выходных. Обнимаю крепко.